Перед вами Королевские ворота, по-немецки Кёнигстор. Первоначально на этом месте находились Кальховские ворота. В 1717 году они были снесены, а во время вхождения Кёнигсберга, что интересно, в состав России, во время Семилетней войны, ворота на этом месте были построены заново русскими инженерами. Королевским воротам примыкает Литовский вал, и мне интересно, что же там за этим валом находится. Слышал, что здесь есть два водопада. А вот и первый из двух. Дальше дорога выложена камнем и покрыта сеткой. А вот и второй водопад. Интересное место. Наверное, кафе. Входа нет. Наверное, с другой стороны. Справа появился гостинично-развлекательный комплекс «Резиденция королей». Здесь же недалеко церковь. Отсюда уже можно выйти к площади Василевского. До новых встреч!